Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, Светлана. А у нас сегодня праздничная тема. И мы будем готовить вот такого праздничного дракона. Зеленого, изумрудного, символа года. Оставайтесь вместе со мной и будем готовить с любовью. Вперед, поехали! Для приготовления салата дракончик, наш зелененький символ года, мы берем курицу отварную, нарезанную миленько. Я отправляю в общую посудину курочку нашу. Мы будем делать два небольших дракончика, поэтому салат не в маленьком количестве берем, а в большом. Далее, видите, курочка. Далее, сыр. Я так прилично сыра натерла. Желтый твердый сыр брала. Ну, у меня российский. Вы можете взять любой. Приличное количество. Я еще раз говорю. У нас салатика будет два. Соль используем по вкусу. Вот берем мы. Размешиваем ингредиенты между собой. Соединяем сыр и курицу. Далее у меня 5 крупных яиц. Я их на терочке потерла. То же самое определяем в общую посудину. И смешиваем ингредиенты. Вот таким образом. Ингредиенты, конечно, очень вкусные между собой, когда соединенные. Так, далее. Вот так вот немножко риса отварного я взяла. Совсем. Гораздо меньше, чем курицы, допустим, я использовала. Берем соль. Немножечко солим. Смешиваем между собой ингредиентики, чтобы они подружились вот таким образом. Вот таким образом. Далее чернослив я использую. Чернослив я использую. То же самое. Смешиваю. Чернослив с ингредиентами. Урюк. 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 Вот таким образом смешиваю я с основными ингредиентами. Итак, салат у нас готов. Готов салатик. Немножечко посолим, ну, совсем чуть-чуть, и берем майонез и выкладываем в наш салатик вот таким образом. Майонез я брала оливковый. У вас может быть майонез самый любой, и собственного приготовления в том числе. Вот таким образом смешиваем. Очень вкусный сам салат, сам по себе получается. Сыр. Ну, все ингредиенты очень вкусные, и поэтому в сочетании вкуснятина. Вот таким образом. Теперь
Салат у нас готов. Далее мы будем формировать из этого салата дракончиков. Я буду использовать киви, морковочку для языка дракошкиного, а также для оформления черной оливки без костей. Итак, сейчас мы дракошку сделаем, оформим и вам покажем. Вперед, поехали! Итак, друзья, а у нас наш дракончик изумрудный уже готов. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам от души всего самого светлого, самого доброго, самого прекрасного, самого волшебного. И вот у нас готов уже дракошка. Он будет украшать завтрашний наш стол к Новому году. Вот так, друзья, на этой волшебно-чудесной и вкуснейшей ноте я с вами прощаюсь. Пока-пока, дорогие мои. До встречи в следующем ролике. Я вас всех обожаю. Пока-пока.